Цена на 92-й бензин поднимется на 1 рубль 50 копеек. Связано это с подъемом мировых цен на нефть. С 2021 года они увеличились почти на 10%. Также на ситуацию влияет увеличение экспорта топлива. По словам сотрудников компании «Тасмар», если цену на топливо не поднять, учреждение понесет убытки. Начиная с 22 декабря на Санкт-Петербургской товарно-целевой бирже стоимость тонны бензина 92-го составляла 51 464 рубля. 24 декабря уже 54 103 рубля и по состоянию на 13 января 57 592 рубля. То есть больше, чем на 6 000 рублей за тонну. Мы же поднимаем всего пока на 1,5 рубля. Кроме того, необходимо отметить, что если мы не поднимем стоимость литра бензина, мы начнем работать в убыток. С 1 января на 4% повысились акцизы на бензин и дизель. Специалисты утверждают, что цены на топливо вырастут в пределах инфляции. Рубль сейчас имеет слабый курс.